Каждая семья у нас на контакте с нами находится, мы обменялись контактами, обсудили, какой объем помощи необходим в части трудоустройства, устройства детей в образовательной организации. Все эти моменты уточнены, и мы проводим совместно с другими ведомствами необходимую работу. Семьи идут с нами на контакт по тому объему помощи, который необходим, и в случае их обращения будет обязательно оказана квалифицированная психологическая помощь, если они обратятся за ней.